изменили мою жизнь. Я помню, когда я вообще только приехала в Москву, первые годы, причем сколько я уже жила, уже несколько лет я жила, я себя уже как бы ощущала, что все, я такая уверенная в себе. И слава богу, меня жизнь закинула, скажем так, да, в тележурналистику. Ну, то есть я выбирала, на кого мне, какое мне второе высшее образование получить, то, что я понимала, что экономист — это не мое образование. Ну, вообще, не моя профессия, в плане того, что я там никогда не буду работать экономистом, бухгалтером или что-то такое. И вот я помню, попала к очень тоже крутому, мне вообще везло с техникой речи, к крутому педагогу. Хотя бы она у меня убрала часть моего говора, который был, прежде чем я попала к Наталье Козелковой. И она была тоже диктором советского телевидения. То есть это классическая школа, самая крутая. И вот я хочу сказать, что к Наталье, с которой мы сейчас будем общаться, к Наталье приходят политики, причем политики, которых вы видите с экранов, первые лица, люди из списка Forbes. Ну, просто чтобы понимали, да, это очень тяжело, конечно, физически самого потянуть, потому что одно занятие стоит 30 тысяч рублей. Одно занятие, один час, представляете, да? Вот, ну, я к чему? К тому, что мы с Натальей сейчас сотрудничаем, и я делаю свой курс, который стоит там, минимальная цена, по-моему, 7-8 тысяч рублей, в котором у нее блок, целый блок недельный моего как раз-таки вот на моем курсе ораторского мастерства. Про уверенность прям. Вот, поэтому очень круто, что вы присоединились, большие молодцы. Я хочу сказать, что очень благодарна тем, кто развивается, тем, кто действительно хочет себя менять. Наташенька, если ты здесь, дорогая, дай мне, пожалуйста, знать, дай мне какой-нибудь знак, я тебе напиши что-нибудь, я тебе добавлю. Вот. Я хочу сказать, что мы иногда даже не понимаем, что мы говорим как-то не так. Понятное дело, когда мы разговариваем с друзьями, или это просто определенный нормальный формат беседы, можно там помычать, почесать репу, да, там можно, да. Но есть такой момент, когда я его называю самопрезентация, когда ты рассказываешь о себе, где ты не имеешь права ни мычать, ни молчать, ни экать, ни бэкать, ни мэкать. И вот как раз здесь на самопрезентации всегда чувствуется, как человек себя несет, что он ощущает, как он в себе уверен, насколько уверен. И мы как раз работаем с тем, чтобы речь шла такой интересной, как она была, объемной, чтобы она была вот такой, когда ты можешь прийти и самопрезентовать себя в любой ситуации, в любом месте так, что у людей просто сразу остается неизгладимое впечатление. Потому что самое главное для людей, я считаю, это первые 5-10 секунд, которые они воспринимают тебя, да, по которым они тебя, скажем так, в свою коробочку кладут, джаджат тебя. И вот очень важно иметь правильный посыл. Я, кстати, когда, Наташенька, я тебя вижу, дорогая, напиши просто, чтобы я тебя здесь выбрала в списке, напиши просто привет. Когда я помню, я с бывшего мужа, папой сидела на лодке, Монако. Да, логика речи действительно очень важна. Он говорил, для женщины очень важно, чтобы она говорила медленно и тихо. Вот. Представляете, да, мужчина, аристократ, который, ну, в этой жизни много кого видел. Сама королева Елизавета награждала его звездой сэра. Он сэр. И когда я это услышала, думаю, боже, надо же. Все-таки, как это важно. Такое одно было замечание, которое было настолько важным. Но опять же, можно разговаривать тихо настолько, что тебя никто не услышит. Как Наташа это называет, разговаривать с коленочками. В этом нет посыла, да? То есть посыл, вот этот вот твердый посыл, который ты можешь дать. Этому всему меня как раз научила Наталья. Итак, я знакомлю вас с своим педагогом. Она будет представлена на моем курсе «Женщин на миллион». Курс у нас начинается в понедельник, он в записи, его можно проходить любое время. И я хочу сказать, что мне кажется, это такая крутая история на один месяц, когда перед Новым годом ты можешь просто вот войти в Новый год с новой я, с новой собой. И проработать себя настолько, что люди будут потом так челюсть отвисать. Наташа, я тебя ставлю. У нас уже был с Наташей эфир на другой странице, на моей, на Bonia Club. Так, что у нас со связью? Так.
Вика, я тебя не вижу. Комментарии пропали, странно. Вика. Hello, hello. Так, Вика, я тебя Штука не вижу, не я не понимаю, Вика, что происходит. Я тебя очень прошу. Только не зависай, если выключу. Так, давайте попробуем так, все. Я выключила Wi-Fi, может быть, Wi-Fi у меня иногда лажает. Еще раз. Наташенька, 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 вы потерялись, дорогая. Напиши смс-ку. Вы меня видите? Обеих? Я Наташу не вижу. Я Наташу, главное, не вижу. Как вы нас обеих видите? Вы что, обеих нас видели? Вау. Так, Наташенька, напиши просто мне сообщение вот здесь в тексте. Потому что сейчас я уже не вижу в списке тебя, чтобы пригласить. Нормально было, ребят, но я, честно, не видела Наташу. То есть у меня просто застыли все комментарии, и я ничего не видела. Еще раз. Наташенька, просто пиши мне здесь сообщение в чате, вот в этом. Этого будет достаточно, я тебя приму. Ау. Причем я никого не... Наташа ушла. Сейчас Наташа придет. Надо же, я причем не видела Наталью, я видела только себя, причем зависшим экраном. Да. Наташа сейчас... Вот, еще раз пробуем. Да. Мы уже делали с Натальей эфир, но мы делали его на Bonnie Club и ставили выжимку. Но это, конечно же, совсем не то. Ура! Ура! Человеческий гений победил слепую природу! История, потому что все-таки мы на этом аккаунте с тобой эфир не делали, вот просто наше знакомство. Когда я, знаешь, я работала на телевидении тогда, вела какую-то передачу, и мы работали с девочками. И получается, что я помню, ну, у нас много экспертов приходило различных. И помню, да. Я сижу, и сидит со мной рядом какой-то эксперт, да, я тогда тебя не знала. И что-то этот эксперт начинает говорить. И знаешь, у нас камера там, мы как бы друг другу, ну, как бы на друг друга мы не смотрим, потому что ты работаешь с девочкой, и мы смотрим на камеру, ну, как это принято. Я начинаю слушать то, что ты говоришь, и я такая думаю, кто это? Она, я думаю, так, это женщина, это ее нужно просто брать вот так вот руками и никуда не отпускать. И я хочу вспомнить просто про ту девочку, которая пришла, и она вот так вот начала разговаривать. Я всегда это говорю, так любимая моя фраза. Ты такая, так, почему мы с коленочками собственными разговариваем? Мне так это понравилось. Это настолько в точку, насколько... Вот сейчас я, кстати, уберу комментарии, чтобы они не отвлекали нас. А чтобы люди понимали, да? Вот расскажи, какие бывают тембры звучания, и вообще расскажи свои фишки всем. С удовольствием. Первое. Есть красивое слово, называется оно... Импринтинг. А это создание первого впечатления. Как говорила Коко Шанель, у вас никогда не будет второго шанса создать первое впечатление. А Сократ говорил, заговори, чтобы я тебя увидел. Понимаете, как только вы раскрываете... Вот пока вы молчите, работают костюмы от Versace, сумочка Gucci, все работает. Как только вы раскрыли рот, все перекрывается тем, какой портрет, какую или какого вас видит в мозгу ваш собеседник за счет того, как вы говорите. Поэтому мы сегодняшний эфир с Викой так решили про себя назвать «Речь – самое сильное оружие в мире». Это действительно так. Поэтому мы сегодня поговорим о неуверенности. То, что Вика вспомнила, это была ее девочка, ее гостья. И Вика меня пригласила для того, чтобы в течение программы можно было трансформировать эту девочку. Вот то, что я делаю на Викином курсе «Женщина на миллион», это возможность за один блок получить по максимуму выжимку из моих 44 лет работы в сфере речевой коммуникации, потому что сейчас мне 58, а начала я в 14 лет
как радиоведущий и радиокорреспондент. Так вот, по поводу неуверенности. Первое, вот то, что Вика просила. Как вас считывают, когда Вике очень понравилось, с коленочкой разговариваете? Ведь очень многие так они разговаривают, они вот так вот посыл дают вниз, они даже этого не понимают. Они же вот даже не понимают, что их вот, вот их... И все, ты мямлишь, это, ты человека не слышишь. Они же этого даже не замечают. Я думала, как можно было такую идеальную фразу найти? Разговариваешь с собственной... А у меня теперь новая фишечка. Я говорю, не звучите в себя, звучите в собеседника. Вы же что-то хотите получить от него? Вы же чего-то хотите от него добиться, в конце концов, вы хотите себя презентовать. Но посмотрите, какая интересная штука, какая фишечка интересная. Если вы сосредоточены на себе, на то, чтобы презентовать себя, ничего у вас не получится. Если вы сосредоточены на том, чтобы презентовать себя собеседнику, видите, что я сделала? Я перенесла вектор внимания. Вот тогда вы берете там Вику Боня или Наташу Козелкову и несете. То есть это уже не вы, это уже та ценность, которую вы сами про себя знаете. Что такое презентация, самопрезентация? Это ни в коем случае не звучим в себя, не ковыря. Это дико трудно, это самое трудное, что можно себе представить. Потому что, посмотрите, когда мы начинаем говорить про себя, вектор внимания, хотите вы или нет, закручивается вокруг вас, начинает, то есть вектор внимания направлен на себя. Начинает вас душить, не так сидишь, не так свистишь. То есть когда мы думаем как, это кобздырь. Да. Это караул, катастрофа, да. Что, кому и, самое главное, зачем? То есть посмотрите, что происходит. Вы перекидываете сигнал из сферы эмоционального. Как? И пока вас будет плющить этими эмоциями, ничего толкового у вас не получится. Как только вы сознательно, осознанно перекидываете, перетягиваете сигнал из эмоциональной сферы в логическую, и задаете себе три конкретных вопроса. Первое, что я хочу получить в результате коммуникации, то есть зачем оно мне нужно. Угу. Второе, кто мой собеседник? И третье, и, наверное, самое главное, что он хочет получить? Вика, я себе кейсиков написала, чтобы не забыть, а сейчас я вспомнила, вот пока говорила потрясающую историю по поводу самопрезентации. По поводу классической ошибки. Вываливаем информацию быстренько, да? Нет, девочка была прекрасна, ее было много, она звучала от себя, она звучала от собеседника, но есть еще одна ошибка. Это то, что касается особенно первого знакомства, это то, что касается собеседования или первого свидания. Я об этом не рассказывала, но это прям вот настолько показательно. Казалось бы, все хорошо, и звучит от себя, и парень... это дело было в кафешке, пока еще нас в локдаун не загнали. Буквально недавно. Сижу и наблюдаю. А я же человек наблюдательный. Я сидела, ну, минут 40. Девушка рассказывает про себя. У парня горит глаз. Через минут 20 я смотрю, так он тихо начинает тухнуть. Через 40 минут я поняла, что это ее первое и последнее свидание. Вот что, видишь, какая классическая ошибка? Очень классно, что, ну, как вот она должна, женщина, поступить в этот момент? Что, вот как бы, вот фишка? У нее вектор внимания был на себе. Вот эта серия, я сказала и подумала. Я сказала, что вы не себя презентуете, а вы презентуете себя собеседнику. И когда он главный становится в коммуникации, вот тогда он вас будет любить до обморока. Посмотрите, какая интересная штучка. Вот конкретный пример. Что для каждого человека самое главное в жизни? Чтобы о нем хорошо подумали, наверное, нет? Чтобы... Ну, вообще он сам. Он сам. Это еще, по-моему, Квинтилиан говорил, это древние говорили. Для каждого человека самое... А это естественно, что каждый сам себе дорог.
Это нормально, понимаете? То есть это не эгоизм, потому что сейчас девочки с психотипом, мать такая вот забота, вот так, такие все правильные, ну как это эгоизм? Да нифига это не эгоизм, это космос внутри и вне вас. То есть вы воспринимаете весь окружающий мир и внимание окружающих к себе тоже через свою собственную призму. То есть, естественно, что самый дорогой человек на свете для вас – это вы. Осознаете вы это, не осознаете? Как вот, допустим, презентовать ему о себе, чтобы это был он? Ника, в данной ситуации ей просто надо было помолчать хотя бы минут 10. Хорошо. Давай разберем сразу три типа. Первый, с которого начали, который разговаривает с коленочками. Ну, вы такие девочки, да они обычно такие классные. Они обычно такие, а она, если на сцену выйдет, у нее голос провалится. У нее просто провалится голос, она даже не сможет сказать. И это не потому, что она плохая ни в коем случае. И это не потому, что она какая-то там другая. Вот знаешь, мне обидно, когда мужчина говорит, да, да, она очень красивая, но с ней поговорить не о чем. Вот эта вот фраза, с ней поговорить не о чем. Я уверена, что там есть о чем поговорить. Но, видимо, она не научилась себя презентовать так, чтобы мужчине было интересно, а что еще она скажет, а что еще, а что там. Вот давай начнем прямо с этой первой вот такой. Да, да, то есть единственное, что, да, сейчас перейдем, потому что я прям себе списочек составила, чтобы, не дай бог, не забыть, чтобы накормить сегодняшних наших слушателей, да, пока Вика отошла, закончить эту историю, что надо было сделать, чтобы парень ее слушал взахлеб. Просто немножко помолчать и дать возможность ему рассказать о себе любимом. Ведь он же тоже хочет удовлетворить его потребность быть ей интересным. Понимаете, она настолько была зациклена на себе и на своем желании быть интересной ему, что она забыла, что а он-то тоже хочет. Вот когда мужчина говорит, с ней не о чем говорить, это значит, женщина редко молчит и редко его хвалят. И редко дает ему возможность распустить павлиний хвост. Так вот, по поводу тихих девочек, которые звучат в себя, да, и полагают, кстати сказать, а это вот Вика тоже навела на очень важную темочку, то есть я обязательно собиралась о ней сегодня говорить, у меня есть впечатление, что я ничего не знаю и вообще... Вот, кстати сказать, обратная сторона медали. Я лучше помолчу, пусть он говорит о себе. О, тоже класс. Ну, кстати, мужчины любят, когда их слушают. Женщины же не все умеют слушать, правильно? Вот как бы... Вот почему я говорю, что сначала вектор внимания переносим на собеседника и пытаемся понять, какую вас, или если нас мужчины смотрят, какого вас хочет увидеть ваш собеседник. И тут первое, что мы делаем, мы добиваем до собеседника. У нас сегодня несколько практических упражнений. Предупредите родных и близких, что вы их сейчас будете пугать, что вы сейчас будете звучать. У меня сын одной из наших с Викой общих подписчиц, пятилетний, посмотрев наш с Викой прошлый эфир, попросил маму, да, лапу облизать. Говорит, мама пыталась себе настроение поднять. Она говорит, мам, лапу облежи. Но лапу сегодня облизывать не будем, потому что эфир был чисто женский, а сегодня наверняка и мужчина присутствует. Поэтому сегодня будем понимать, что такое звучать не в себя, а от себя, да еще не отшвыривать собеседника. Да еще Вика сказала, перехватывает связки. Когда мы выходим и начинаем звучать в себя, перехватывает связки в публичном пространстве. Их забивает адреналином. Адреналин – это гормон стресса, но это гормон действия, потому что кортизол – это тоже гормон стресса, но это... О, это депрессняк. А адреналин – это бей или беги. Но мы пытаемся, или замри, да, мы пытаемся закрыться в ракушечку, и там нас этим адреналином благополучно зажимают. То есть мышцы все забиты этим адреналином. Что нужно сделать? Рвануть на нем. Включить, запоминайте, первое. Импринтинг – это создание первого впечатления. Заключается в том,
что вы перестаете разговаривать с коленочками или там с верхней пуговкой, с поджелудочной железой собственной, а начинаете звучать в собеседника. И вот сейчас давайте попытаемся понять, но при этом желательно его еще не сносить от себя с ног. Понимаете, какое дело? Тут есть еще фишечка какая. Когда от вас шарахаться будут, а если еще мы вообще наверха будем улетать, это катастрофа. Потому что у нас с вами, вот теперь понимаем, есть три регистра в нашем голосовом диапазоне. Верхний, средний, нижний. Каждый отвечает за определенную сферу речевых ситуаций. Коммуникации не речевых, просто коммуникация – это же не только речь, это же еще и невербалика, это же еще тело. Коммуникация, говорим о коммуникации. Так вот, верха отвечают, на верхах вы можете порадоваться. Верха хороши, когда вы кого-то давно, и вот когда я, вау, Вика, Викулечка, моя лапочка, каждый раз меня счастьем накрывает, каждый раз улетаю на верха, ибо счастлива. Но верха хороши, как всполохи, как протуберанцы. Улетели на верха и вернулись на серединочку. О серединочке сейчас скажу, на верхах нельзя сидеть. Это далекая дистанция. Вы дистанцируетесь. Более того, если вы себя поймали, что вы улетели наверха, это значит, вам страшно. И мозг вашего собеседника это считал. Отвали от меня подальше, будь любезен, держись от меня подальше. Без скандала на повышенных тонах. Что вы поняли? Чем ниже, тем ближе. Да. Класс. Чем ниже, тем ближе. Вика, я запишу. Вика, я у тебя свистну, если можно. Вот, правильно. Чем ниже, тем ближе. Потому что чем ниже голос, тем больше в нем звучит уверенности человека, который может подпустить к себе близко своего собеседника. Это значит, вы его не боитесь. Это значит, вашей внутренней силы достаточно для того, чтобы, это называется, сократить дистанцию доверия. И вот когда вы с этих испуганных верхов переходите плавненько на бархатные низы, вы сокращаете дистанцию. Согласитесь. Упражнение. Значит, сейчас, да. Так вот, что еще очень важно. Вот прям с первой фразы, что такое импринтинг, это создание первого впечатления, и при этом вы можете быть трусом, вы можете, как я, вы можете быть интровертом, как я, но приведу пример. Когда я выхожу в публичное пространство, я понимаю, что это моя социальная обязанность. Если вас больше одной или одного, значит, вы уже выполняете определенную социальную функцию. Mm-hmm. Поэтому будьте любезны. Почему очень важно вектор внимания на аудиторию или собеседника, если он один, перекидывать, чтобы понимать, а какую или какого вас они хотят видеть. И разворачиваться этой гранью. То есть вы уже не голышом стоите перед людьми, а в аватаре, в защитном скафандре, в имидже. Вот с чего начинается, да, сборка имиджа. Да. Но как он собирается? Вы поставили перед собой одну конкретную цель. И вот этот аватар, имидж, ваш речевой имидж, собирается каждый раз под выполнение конкретной одной речевой задачи. В Викином курсе я об этом говорю. И говорю о том, как это все создается. Сейчас делаем упражнение. Да. Делаем упражнение. Я, как правило, беру... у меня уже замстило старую песню Исаковского о родине. Можно взять что угодно. Давайте не брать там «Поезжай за моря, океаны». Давайте брать конкретный текст. Пожалуйста, вот для того, чтобы сейчас услышать, как вы отгоняете собеседника, пусть родные, близкие, особенно сейчас домашние животные будут шарахаться, пусть отчаливают, но отгоните, пожалуйста,
от своего велосипеда, от своей машины. Так, отойди, пожалуйста. Давай вот это за океаны. Это классно, вообще мы на ней же учим. Хорошо, давай ставим, поезжай за моря, океаны. Но в голове держим, да, потому что, Вик, спасибо, потому что сейчас тогда будут включаться оба полушария. Левое будет удерживать задачу, правое будет формировать вот этот как раз речевой голосовой имидж. Выполнять эту задачу. Да. Левая рациональная задачу ставит, правая ее... Делать себе, не стесняемся. Сначала будет некомфортно, сначала будет странно, будет вот так вот. Но это нужно делать. Только тогда ты учишься потом управлять своим речевым аппаратом, вообще логикой речи и вообще своим искусством ораторского мастерства. Поэтому мне тоже... Своим образом, своим аватаром. Поэтому делаем, пожалуйста. Тогда запоминаем. Поезжай за моря, океаны. Первое, что мы делаем, это мы на этой фразе «поезжай за моря, океаны» ставим себе речевую задачу. Отогнать! Угу. Отогнать кого-нибудь и отгоняйте от чего хотите. Выберите себе точку подальше и прогоните, помогите рукой. Помогите своему мозгу рукой. Поезжай за моря, океаны, наверха. Пошел отсюда, отойди от моей сумки. Не для тебя на скамейку поставлено. Пробуем, пробуем. Высоко и громко. Поезжай. Поезжай. На моря. Океаны. Как там дальше? Видишь, стоп. Вика, океаны потеряла задачу. Да. Вот посмотрите, как интересно. Поезжай за моря. Океаны. А океаны, последнее слово, мозг отключил задачу. Вроде как задачу я выполнила. Да. Да. Точку бросить, послать. Поехали. То есть речевая задача послать. За моря, океаны. Вот, океаны. Да. До точки, а после точки уже через 2 секунды отключаем речевую задачу. И у вас аватар отключается. Он держится, пока вы держите речевую задачу. Вот сейчас видели очень наглядно, потому что мы сидим в эфире. Вика начала конкретно, поезжай за моря. А дальше она вспомнила, что ей надо заниматься эфиром. И переключила речевую задачу на эфир. Океаны. Океаны это уже просто так это, на дурака. Да. И рассыпался речевой образ. Вы видели в первых двух словах Вику, которая отгоняет от своей сумочки какого-то пацана, который там крутится. А последнее слово. Подожди секундочку. А только что была Вика, которая там отгоняла кого-то. А что сейчас другое вижу? Видели, как интересно? Серединка. Вика идеально держит речевую задачу. Просто сейчас у нее мозг многозадачен. И ей нужно и эфиром заниматься, и вместе со мной еще упражнения выполнять. Серединка. Самое главное. Вот сейчас, пожалуйста, помним, что для того, чтобы пробить адреналиновую атаку, чтобы выжечь адреналин, который забивает ваши связки, потому что как только мы его чуть-чуть увеличенной громкостью выжигаем, чуть-чуть увеличенной активностью на первой фразе выжигаем, через несколько секунд адреналиновый выброс заканчивается и начинается выброс норадреналина, гормона победителя. И у вас вырастают крылья за плечами. Как мне сказала одна девочка, которая, слушательница, начала звучать в себя, прекрасное выступление, она начинает звучать в себя, я говорю, громче! А, да! Ой, слушайте, а класс какой! Какой класс! А когда ты начинаешь говорить громче, у тебя у самой создается впечатление, что тебе есть что сказать. От себя, потому что когда вектор внимания на себе, и сейчас к этому перейдем, сделаем упражнение, кажется, что о чем мне и сказать-то нечем. Вроде как. Да. Я как это вообще не кузявая. Да. А когда от себя, я сейчас еще дам технику, как освобождаться от неуверенности. Вика, я об этом не говорила, это самоирония. Сейчас еще упражненьку сделаем классную на избавление от первой неуверенности. Самое первое, вот когда пробить, вот
громкость включить, пробить эту неуверенность, что мне нечего сказать. Поэтому серединочка угощаем. Угостить вкусняшки, блин, ничего у меня нету. Ну вот, слушайте, чаечек. Ой, чаечек с фруктиками. Ой, с фруктиками, ой, с яблочком. Попробуйте. Поезжай за моря, океаны. Только не поезжай. Не прислушиваемся к себе, не в себя звучим. Вот, чаечек. Поезжай. Поезжай за моря, океаны. Моя же ласточка! Я ведь, когда мы с тобой начинали заниматься, вспомни, я тоже, я иду хорошо, ух, и проседала. Помнишь, жух, и проседала. Комфорт. Я хочу, чтобы вы попробовали, ребят, сейчас. Попробуйте, попробуйте. Океаны на своем среднем регистре. Это то, что вы можете говорить потом. Любую информацию доносить. Сейчас это за моря и за океаны. А дальше это будет уже потом любая фраза, которую вы включите сюда. Не стесняйтесь, ребят, самое главное, не стесняйтесь. Потому что, ну, как бы, это некомфортно, безусловно. Но это работает. Это очень некомфортно, но, посмотрите, если вы прочитали книжку или посмотрели эфир, но не сделали, это знание. Если вы сделали, это уже ваше, ну, не сразу профессиональный, это опыт. Это уже ваш опыт. Вы уже попробовали, вы пристроились, вы знаете, как это сделать. В следующий раз вы сделаете точнее, и через несколько повторов это ваш профессиональный навык. Первый раз дико некомфортно. Дико некомфортно. Мы вылезаем из собственной ракушечки. Да. Но вы поймите, вы в ракушечке-то останетесь. Вас из нее никто не просит вылезать. Вы сверху аватар надеваете. Включайте. Вот поиграйте в это с удовольствием. Мозг очень любит в это играть. Вот с удовольствием поиграйте в это. Поиграйте. На нижнем регистре, вот на самом вернее, да? А на самом нижнем посмотрите, что мы можем сделать. Мы можем так, плечики развернули, зевнули, подняли купол неба. Ага. Или ноздри на ширину плеч, да? Ноздрями подняли купол неба. И нижней частью живота ткнули вот. Алло, гараж! Алло, гараж! А теперь убрали жесткость. Поезжай за моря. Океаны. Вот, а теперь погладили по плечику. Сейчас скажу, почему это необходимо. Сейчас перейдем к следующему упражнению. Поезжай за моря, океаны. Погладили по плечику, уговорили, как сказать, купировали агрессию, вообще, вот, как бы сказать, которая вдруг возникла. Сейчас как раз к этому и пойдем. Потому что если иди сюда, это значит, я пытаюсь настоять на своем, значит, так, и все. Фаберже по колено отрастают. А ну вам надо? Посмотрите, что происходит, если вы включаете жесткость в голосе. У каждого человека, если у него нет там органических повреждений мозга, в голове существует система зеркальных нейронов. Вас тут же отзеркаливают. Почему хамство вышибает моментально? Почему агрессия вышибает? Милые девушки, и, кстати сказать, милые юноши тоже, как только вы включаете агрессию, девочки, особенно вы, вы становитесь спарринг-партнером. Вас отзеркаливают как спарринг-партнера. И не обижайтесь, если вам прилетит. У меня была ситуация, когда сейчас делаем упражнение на низах. Приведу пример, чтобы вы понимали. Горячий кавказский мачо. После второго занятия, вот, Вик, то, что я делаю в твоем курсе, как раз вот эти вот дистанции доверия, после второго занятия, когда он поймал, что такое дистанция доверия, и когда он понял, что лучшая битва – это битва, которой не было, он прилетел ко мне на третье занятие со словами, говорит, слушайте, я сегодня впервые не подрался на улице. Да.
Потому что там его толкнули на ногу, наступили, и он говорит, и у меня так это... И тут же ваша классическая. Зачем оно мне надо? Я опаздываю на занятие к Козелковой. И тут же... И он говорит, и мы расстались? Ну, пока, брат. Вот это вот. Пока, брат. Похлопали друг другу по плечам. Он говорит, боже мой, сколько я всего потерял. Девочки, если вы пытаетесь самое мощное женское оружие, это женская слабость. То есть не то, что я... Не плачем, мужики не переносят слез, потому что они воспринимают... Ну, если уж прям совсем... плачется, так ради бога, но не используем слезы как инструмент манипуляции. Ну вот как, потому что... Да, вот, допустим, многие у нас начинают орать. Да, там типа ты-та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 . Да, вот это откидывает, сразу человек выглядит, ну, просто очень, ну, вот прям не богат. Кабалистым, потому что это дистанцирование, причем видно, что он сам боится. Видишь, вот верха, вот они, верха. Вот верха напоминает... его очень сильно, вот это вот этот разговорчик. Он разговорчик-то такой, и когда к ней приходит на программу, вот такой вот у нее, вот, прям похоже, очень сильно по интонации. Я обожаю, все супер, но вот насколько у нее сразу идет конфликтная, вот сама речь построена конфликтно. И вот, а дистанцирование, потому что сразу дистанцирование, а еще плоское небо, и вот это вот звучание еще... Отшвырнуть, дистанцировать, подняться над человеком. Вообще катастрофа. Мало того, что плоское небо, человек сразу выглядит таким меленьким, так он еще дистанцирует, отшвыривает собеседника и еще мельче выглядит. Да. Я хочу, чтобы каждый отметил, где он сегодня находится. Либо он там вообще шепчется с коленками, либо он наверха говорит, либо он там... на низах говорит вот так, что люди вообще там боятся подойти, да? То есть это все... Либо на низах, но мягко. Да. Отметьте для себя, напишите, пожалуйста, что вы про себя сейчас поняли. А вот сейчас сначала рявкнули жестко, вот как мы с Викой. Алло, гараж, да? Алло! Нёба-нёба-нёба-нёба. Ноздрями растянули. Алло, гараж! Ну, алло, гараж! А теперь убрали жесткость и погладили по плечику. Ангел мой, на низах. Только не тишите не в себя, от себя. Только не ангел мой, а ангел мой. Ангел мой. Ангел, ты так разговариваешь с гаишниками, да? Правильно? С гаишниками, конечно. Ну, потому что три... вот... Человек, который стоит на дороге и вас штрафует, у него три мотивации для совершения действия в отношении вас. Это деньги, власть, он же не просто так в ГАИ пошел, ГИБДД, извините, и меня никто не любит. Потому что вот эти две составляющие приводят к третьей. Что я делаю? Я даю любовь. Ангел мой. И люди тихо начинают сыпаться. И, как правило... Он тут днями задом на кирпич весь свой переулок проехал, и мне прям ау-ау-ау, приехала гаишная машина прям вслед за мной, я поворачиваюсь, он, ангел мой. Мужчинам рекомендую в эту точку не бить, это не для вас. Сразу бьем во власть. Командир, помоги. Видите? И все. То есть вы, он уже не может, не, что называется, не помочь, потому что просьба рождает в мозгу слушателя потребность эту просьбу выполнить. Командир, помоги. То есть даже вот такими маленькими фишками можно, в принципе, даже, ну я бы не сказала управлять, но можно сказать, что и управлять практически. Понимаете, какое дело? Это же не манипуляция. При этом все остаются довольные. Вы удовлетворили потребность человека, в данном случае гаишника, ГИБДДшника. ГИБДДшник удовлетворил вашу потребность. Чек вы сократили себе, очень здорово. Угу. И вот сейчас очень хотелось бы... Вот Вик, мы Шкаль скоро перекатились по поводу агрессии.
хочется, чтобы наши слушатели, девочки, попробуйте сделать, у меня одна слушательница, гонщица КАМАЗов. Девушка работает на КАМАЗе, на фирме, как гонщик, причем она гонщик международного класса. Она говорит: Наталья Александровна, можно я у вас вот это? Ангел мой, свистну. Я говорю: давай. Она говорит: как вы это делаете? Я говорю: сверху вы, вот с серединочки вниз. Ангел мой. От себя только «а», от себя они. Ангел. Ангел мой. Ангел мой. Ага, и мужчины. Ангел мой. Попробуйте, пожалуйста. Вот, вместе с «поезжай». ТДшник, а я такая: ангел мой. Я сегодня... Ну, только в него, не в себя, не просто выходит такая Вика Бонни или Наталья Козелкова, значит, там «ангел мой», да. Нет. «Ангел мой». В него. Вот, конечно. Конечно, и человек тут же, естественно, получил то, что он хотел получить, то, о чем он мечтал всю жизнь. Нежность и любовь. А еще, вот как правило, я вот это вот «ангел мой». Он говорит: когда вам удобно приехать к нам в отделение? Ну, потому что кобзды, понятно, что я остаюсь без прав. Да. Я говорю: ангел мой, ну придумайте что-нибудь. Спасайте уже. Через минуту мы прощались воздушными поцелуями. Круто. Видите, я переадресовала просьбу ему. Спасайте же. Вот что я имела в виду, говоря о том, что самое мощное оружие – это женская слабость. Не отращивайте себе Фаберже по колено. Не становитесь спарринг-партнером. Вам прилетит, потому что вас отзеркалят как спарринг-партнера, который к тому же находится в низкой стойке. Мы успели, потому что у нас осталось всего ничего, так время осталось 15 минут всего. Что еще? Все. Значит, ангел мой, сделали по поводу, самое главное, вот по поводу неуверенности, по поводу того, как прошибать первое. Есть такое понятие, я его называю эффект кофейного пятна. Когда у вас создается впечатление, что сказать вам абсолютно нечего, это значит, что вы очень высокого интеллекта человек. Потому что это синдром Даннинга-Крюгера срабатывает. Пока ученые Даннинг с Крюгером не дали свои имена этому синдрому, я это называла синдром Сократа и Бандерлогов. Помните, как бандерлоги говорили про Маугли? Все знаете, все умеете, а тем, как мы, только без хвоста. А Сократ говорил: я знаю только то, что я ничего не знаю. То есть, если у вас есть ощущение, что вы нифига не знаете, во, значит, что делаем? Находим в себе. Самоирония – это самое мощное ваше личное оружие для того, чтобы отлепить язык от неба. Потому что как только вы на свой, как вам кажется, это вам кажется, недостаток обратили внимание аудитории, оборжав его вместе с аудиторией, все, вам уже комфортно. Поэтому у меня сейчас одна слушательница, она живет в Италии 15 лет, она говорит блистательно, она говорит: я не могу никак презентовать свой бизнес, потому что у меня акцент. Я говорю: ты офигела? Люба моя, ты скажи. Окей, все, замечательно, выйди, я говорю, это у тебя этот залип в голове произошел. Да. Значит, тогда вышла и сказала: «Io sono russa, io ho accento». Я русская, и у меня акцент. Да. Но у меня огромное количество информации, которая будет вам наверняка полезна. Все. То есть я это называю эффект кофейного пятна. Если вы выходили на площадку перед аудиторией выступать и кружку опрокинули на белую блузку, первое, что вы делаете, это вы выходите и говорите: слушайте, ну кошмар. Ну кошмар, представляете, как я к вам торопилась? Вот вам импринтинг создания первого впечатления. Угу. Все. Вы уже, и не вы, не ваша аудитория на этот ваш недостаток внимания не обратит, но только делаем это весело, классно, от себя.
Как сказал один мой слушатель тут на днях, он вышел и сказал: «Я абсолютно не умею говорить тосты». Хотя мы с ним к этому моменту уже импровизационную речь разобрали. Вот сейчас, пожалуйста, мужчины, присутствующие, громко от себя включаем, это моя личная техника, я ее называю «яростную радость». Да? Включили вот эту вот яростную радость, чтобы на, отлепить. Мужики, я не умею говорить тосты. Девочки, я блондинка. Может быть, это незаметно, да? Может быть, это незаметно, но это факт. Да? От себя, да, бросили фразу. Любую, какую хотите. Если вы обратили, то есть обратили внимание на свой, то, что вы считаете недостатком. Сразу, да? Давайте попробуем, может быть, с блондинкой, которая незаметна. А, Пикуля, попробуешь? Да. Да. Я блондинка, хотя это незаметно. Я блондинка. Сейчас спрос небольшой, но я хочу рассказать кое-что очень интересное. Я отлепила свой язык. И теперь уже могу рассказывать обо всем остальном. Шикарно, роскошно. Попробуйте сейчас. Отлепите язык. Отлепите. Придумайте что-нибудь. Ну извините, сегодня в спортивненьком, если вы сидите дома и на вас тапочки языки. Извините, сегодня в спортивненьком. Боже мой, ну извините, да, сегодня по-домашнему. У меня сауны, которые я просто обожаю эти тапочки. Ну роскошь же, ну посмотрите, класс какой, ну просто роскошь. Вика, по-моему, сегодня, да. Ой. Пришли, пожалуйста, мне свои стопы, фотку стопы свои, ему нравятся стопы. Я говорю, нет. Какие стопы? Смотрю на свои стопы, у меня носки эти, тапки. Я фоткаю ему. Ой, боженька, девочки, мальчики, даже мальчики, если у вас есть желание лучше понять, каким образом разговаривать с женщиной, чему вообще учатся женщины, пожалуйста, на курс к Вике. Девочки, там такое количество ценнейшей информации. То, что вы сегодня выдали, крошечка. Там прям про уверенность. Вот смотри, допустим, вот чтобы мужчина не говорил женщине, да, ой, ну с ней поговорить не о чем. В первую очередь, вот, допустим, ее вечер, как он, вот каким он состоит? То есть она пришла, она набрала себе вот этой уверенности, да, скажем так, поработала дома чуть-чуть. Она сказала, сколько в процентном соотношении нужно говорить ей и сколько говорить ему. В любом месте, причем даже не на свидание, просто вот там на встречу, на бизнес-встречу, на, как это называется? Неважно, переговоры в любом случае. Вы поймите, то есть 60 на 40, 40% мы говорим, 60% вы слушаете, потому что вы собираете информацию для собеседника, чтобы откорректировать свой аватар. Пока вы слушаете, вы получаете ценнейшую информацию, пока вы в нем, в аудитории, в переговорах. Вы сейчас в этот... Более того, вы не нервничаете и не думаете о себе. И у вас вектор внимания переключается на собеседника, и вы становитесь эффективными, потому что вы же что-то от своей аудитории хотите получить. Как говорил кто-то из древних, у нас один рот и два уха. И чтобы быть эффективным в коммуникации, говорить и слушать нужно приблизительно в такой пропорции. Но речь...
это тем более, если 40 на 60, если 40% мы говорим, тем более речь должна быть пристрелена и бить точно в цель. Вот на курсе рассказываю подробно об очень-очень многих нюансах. Спасибо огромное, Наташенька. Я, как всегда, просто, вот знаешь, и продолжаю посмеяться и поработать. И такое ощущение иногда, что вроде как бы ничего не делаешь, а потом откладывается, и в какой-то момент самый главный. Ты вспоминаешь эти все знания и такой, о, хоп, взял себя, такой раз, и уже привел. Понятное дело, что сейчас уже на автомате это все, но я вспоминаю себя даже, когда мы с тобой познакомились, даже те же 10 лет назад. Как я проторила, как мне важно было сказать, как я боялась остановиться, сделать паузу. Ведь ты меня научила, на самом деле, делать паузу. Паузе к вам притягивается внимание. В вашей паузе к вам притягивается внимание. Даже когда не говорит ни собеседник, ни вы, но когда вы... А я так не могла. Я думала, нужно быстренько все сказать, а то еще подумают, что мне сказать нечего. Поэтому надо было сказать столько много, чтобы меня никто не смог ни прибить, ни услышать, ни дорассказать. Знаешь, я такая вот вся вот так, и вся вот так, и вот в таком вот режиме, и ничего не сказала, и чего услышали, ничего не понятно. А тут я на себя смотрю и понимаю, что я могу сегодня как на волне плавать в своей речи. То есть захотела, я взяла волну, захотела, я ее отпустила. Я сделала паузу, и я в этой паузе себя чувствую комфортно. Помню, как мне было дискомфортно, как ты меня этому учила. И я хочу тебе сказать, моя дорогая, спасибо огромное. Я считаю, что твои знания, знания человека, который работал на советском телевидении, диктор советского телевидения, там столько всего интересного, такая интересная кладезь. Я считаю, что это одно из самых-самых важных, один из самых важных уроков, процессов работы над собой, потому что я раньше думала, а почему миллиардеры, вот эти из списка Forbes, тебе приходят заниматься? Ну, думаю, что им надо менять в себе? Казалось бы, да? У них все есть, они уверенные бизнесмены, они успешные люди. Зачем они ходят, занимаются? У меня такой был прям вопрос. Вот так а вот. Потому что сейчас самым действительно мощным, действенным оружием в мире является слово звучащее. Не написанное, а именно звучащее и бьющее точно в цель. Тот же Игорь Рыбаков в российском списке Forbes, по-моему, 82-й, он попросил сделать из него первого в мире блогера-миллиардера. Он сейчас как блогер, как человек, который делится своим бизнес-опытом. У меня такое впечатление, что он зарабатывает больше, чем он заработал за все свои годы на своем бизнесе. Потому что мы с ним выстроили за несколько занятий. Вот почему я говорю, я к Вике в курс самые-самые драгоценные выжимочки собрала с тем, чтобы не десятилетиями выучились. Да, да. Взяли, проработали, проговорили, вышли, это попробовали сначала с близкими знакомыми, потом с далекими, и потом это пошло в ваш опыт, в ваш профессиональный навык. Рыбаков сейчас зарабатывает на своих блогах, в Ютубе, в Инстаграме, по-моему, больше, чем на своем Технониколе. Прикольно, классно. Спасибо тебе, моя дорогая. Я считаю, что это бесценно. Ты у меня самая-самая любимая. И самая... Моя девочка. Вот так вот прям дать и так с юмором рассказать, вложить, чтобы у человека не было, знаешь, ощущения, что это лекция, ты сидишь, что там слушаешь на лекции, а с юмором, с игрой, вот так вот раз, и потом это все применяется и используется. Я тебе очень благодарна и признательна. Ладочка, спасибо тебе, мой родной человек. Вот. Очень люблю. Я рада буду в девочке видеть вас у нас в понедельник, старт курса, где в одной из недель, конечно же, Наталья Козелкова будет специалистом по коммуникации, то есть это будет прям огромный блок. Сначала идет блок работы с уверенностью, то есть ты ее обретаешь как стержень, то есть ты начинаешь вообще по-другому вибрировать, скажем так, резонировать в этот мир, и, соответственно, другие вибрации отзываются тебе в виде других людей, других событий. Да.
То есть у тебя фокус раз перестраивается. И вот здесь как раз-таки эта работа будет. Очень хороший, насыщенный блок. Поэтому приходите, я жду вас всех, мои красотки. Я считаю, что пропустить такое событие, которое происходит у меня всего 2 раза в год, потому что следующий раз это будет только июнь следующего года, и уже много потеряете. А сейчас как раз есть возможность, пока начинается год, в Новый год уже вступать, такую новую себя сделать. Я так обожаю работу. Спасибо, Наташенька, моя хорошая. Обнимаю. Спасибо, мое солнышко. Люблю, не могу. Девочки, всех благ, всего самого-самого. Всем спасибо, кто был и слушал. Спасибо, дорогая. Обнимаю, целую. Пока.